Телеканал «Хабар-24» народным голосованием признан лучшим информационным телеканалом года. А наш коллега Асхат Ниязов заполучил награду в номинации «Тележурналист года». Награждали номинантов в рамках 6-й национальной премии «Общественное признание 2018». Вместе с тем, медиацентром определены номинанты среди гражданских активистов, народных юристов, общественных объединений, наиболее эффективно проявивших себя в деле борьбы с коррупцией. Отмечу, кандидатуры для определения лучших предлагали сами граждане и обычные пользователи социальных сетей. Победителей определяли наибольшим количеством голосов.